Вот знаешь, есть три заветных слова. Если их произнести вслух, то они могут изменить всю твою жизнь. И именно эти три слова меняют мою жизнь практически каждый день. Знаешь, что это за слова? Кать! Я хочу борщ! И чё? Иди сам и приготовь. В смысле иди сам приготовь? А на кой фиг мне девушка тогда дома? Кать, я борщ хочу! И чё, говорю, я играю. Ну, смотри, ты играешь. А, ну, то есть, ты думаешь, что если я тебе купил Майнкрафт, а ты сейчас целыми днями можешь сидеть и просто в него задротить? Ты понимаешь, у меня тут эндер-дракон, мне его нужно убить, отстань. Какой эндер-дракон? Ты до сих пор не научилась как бедрок ломать. Ты же в курсе, что бедрок ломается? Слушай, ты, вот хочешь борщ, иди сам и готовь. Я сейчас просто возьму и закрою твой Майнкрафт аккаунт чертовой бабушки, ты больше никогда не будешь играть в Майни, никакие эндер-драконы тебе тоже больше не нужны будут. Ай, господи. Ну, давай пошли меня кормить. Вот реально, вот говорю, Кать, давай записывать нубика. Катя раньше такая, да я не хочу, меня заколебал этот Майнкрафт, а сейчас даже пожрать мне не можешь приготовить. Кать, я хочу борщ. Ой. Извините. Так, борщ хочу, давай борщ. Сейчас глянем. Тут у нас ничего нет. А как? Со стола слезть, ты на картошку стала. Тут пусто, тут тоже пусто. Так, в холодосе у нас... Ой. Ну, извините. Что там есть? Да дай что-то пожрать, борщ. Смотри, вот картошка. Картошка, да? Ну. Моркошка. И там хлеб. И хлеб. Вот делаешь себе бутерброд морковно-картофельный или морковно-картофельный, и ты Ты когда последний раз в жизни кушала морковно-картофельный бутерброд? Вот я такой, например, никогда в жизни не кушал. Какой морковно-картофельный бутерброд? Кать! Ну вот сейчас и узнаешь, какой он на вкус. Я не хочу узнавать, какой морковно-картофельный бутерброд на вкус. Ага, я ж тебе говорил. Пойдем гулять, ты уже заколебалась задротить, честное слово, целыми днями, иди давай одевайся и пошли гулять. Чё ты вообще в темноте-то сидишь, а? Так, хочешь гулять? Так, хочу гулять. Хочешь гулять, да? Хорошо. Как идти? Хочешь гулять, да? В смысле, как идти? Конечно, хочу гулять! Я уже заколебался целыми днями дома сидеть. Иди сюда. Ну. На. Мусор? Пойдем. Да, пойдем. Куда пойдем? Мусор вынесем, прогуляемся. Давай, я пока это схожу. Куда ты сходишь? Одевайся, собирайся, сейчас. Да я уже одет полностью! Подожди меня, пожалуйста, ради вот всех морковных бутербродов, пожалуйста. Хорошо, я подожду. Угу, пока. У тебя там, наверное, важные дела, да? Угу, заседательные. Вот ты, наверное, тоже морковно-картофельный бутерброд захомячила, и сейчас тебя туда вызываю, да, на большие закрой дела. Закрой дверь. Закрою дверь, хорошо. Ну я подожду, Кать, хорошо? Я подожду. Все, давай. Как раз дверь звонят, сейчас я открою, подожди. Здрасте. А вы еще кто такие? Здравствуйте. Здесь проживает Эдуард Перец. Ну да, я здесь проживаю. А что надо? Очень хорошо. Для меня. Но точно не для вас. Я пришел вас выселить отсюда. Меня выселить? За что меня выселяют? Алло, я вроде плачу за коммунальные услуги, за квартиру тоже плачу. За что меня выселяют-то? А вы сами не знаете? Вы второй год проживаете на территории Российской Федерации и до сих пор ни разу не уплатили налоги с вашей работы. Налоги? В смысле налоги? Я же видеоблогер, я в Майнкрафт снимаю. Какие к чертовой бабушке налоги? Да я видео записываю, мне не нужно налоги платить. Это в смысле налоги? Какие? И что теперь? Это значит, что вам не нужно платить государству? Все компьютеры, квартира, все ваши вещи, даже ваш канал, Инстаграм и каждая вещь, которая находится в этой квартире, с этого момента принадлежит нам. Как это вы у меня канал забираете? Как вы это вы у меня Инстаграм забираете? Дом у меня забираете? Да Катя в туалете сейчас, извиняюсь там за выражение, как бы помягче сказать... Картофельные личинки испускает. Мне вряд ли мягче получилось, наверное, даже жестче. За что вы охренели вообще? Какой дом забирать? Какой канал забирать? Успокойтесь, окститесь! Офигеть просто! Вы можете отбиваться, угрожать мне, закрыть передо мной двери, но это ничего не изменит. И если со мной что-нибудь произойдет, завтра сюда нагрянет вся Национальная гвардия и силой заберет у вас квартиру.
Не надо никакую армию. И сейчас тот вариант, когда мне всегда подписчики говорят, что Мэдисон, достань калаш, расстреляй всех вокруг, у меня калаша нет в первую очередь. Я не хочу с армией дела иметь. Я в жопе. Я в жопе. Мы вам предлагаем жить дальше с вашей девушкой, но не в этом доме и не с этими вещами. Если вы надумаете дать отпор, всей вашей семье грозит срок в тюрьме до 20 лет по статье 331. Избежание уплаты налогов и обман государства. Нет, в тюрьму не надо, пожалуйста. Не меня, не Катю, в тюрьму не надо. Так я не знал то, что мне налоги сраные нужно платить. Так мне никто не горел. Откуда я могу знать то, что вот это самое майнкрафтеры налоги должны платить? Когда вы ввели вообще этот закон? А сейчас просто так приходите и всю мою жизнь рушите. Как... У вас есть 5 минут, чтобы попрощаться с квартирой и вытащить из нее свою задницу. Все ваши вещи должны остаться на местах. С этого момента канал Эдисон ПТС больше вам не принадлежит. Время пошло. Значит, мой канал мне больше не принадлежит, да? Хорошо, у меня есть еще 5 минут. Сейчас. Кать! Вы... Иду. Кать, иди сюда. Что такое? Все, давай, пойдем гулять. Кать! Да, Кать. Пойдем. Все. Это пиздец. Ты что ругаешься? Ты что такими словами выражаешься? Потому что это реально звездец просто. Пока ты в туалете там извержение вулкана делала. Посмотри на меня. К нам коллектор пришел. Он за дверью сейчас стоит, он сказал, что мы в течение 5 минут выехали из нашей же квартиры. Что? Почему? Потому что он мне говорит, что я не платил налоги все эти годы, пока я проживаю здесь в Рашке. Ты что, не платил налоги? Да потому что я думал, ты платила за меня налоги. Я думала, что ты платил. А я вот думал, что ты платила, вот мы в говне с тобой. Извини, конечно, все извините, но... Проблема в том, что я реально ничего не могу сейчас сделать. Вот просто ничего. Он сказал то, что если мы будем сопротивляться, он просто завтра сюда армию пришлет и все. А если мы еще больше будем сопротивляться, каждый из нас сядет в тюрягу на 20 лет. И что там делать сейчас? Нормально, да, такое предложение. Хочешь тюрягу на 20 лет? Я вот, допустим, не хочу. Майнкрафтеров, мне кажется, там вообще не любят. Поэтому я нет. А разве у нас есть какой-то другой вариант? Я не хочу отсюда уходить! Да я тоже не хочу отсюда уходить, смысл? Давай ты понимаешь? Ты понимаешь? В смысле придумать? Так он забирает у меня мой канал, мой инстаграм и твой тоже! Вот именно! У нас есть 5 минут, он даже сказал то, что мы с тобой вещи не можем собирать, то есть нам нужно все. Я заберу кастрюли! Какие кастрюли? Я заберу кастрюли! Оставь кастрюли, зачем тебе кастрюли? Так, подожди, где-то багет тоже заберу, подожди, да как так? Ты в смысле? Мусор забери и сваливаем отсюда, Кать, у нас нет другого. Нет, я хочу забрать. Оставь ты эти кастрюли. Ну максимум иди туалетную бумагу максимум забери и все. Венчик для пупка заберу и уходим. Все. Откуда у тебя венчик для пупка? Ты мне даже не говорила, что у тебя венчик для пупка есть. Да мама подарила на день рождения. Что этим всё. Венчиком для пупка? Слушай, это вот сейчас это как раз не вот эти темы для разговора. Венчик для пупка, Кать! Мы даже не бомжи. Мы никто. Никто. Я даже свой компьютер не могу забрать. Любую вещь, если мы с тобой вынесем из этого дома, они нас найдут и посадят в тюрягу. Он сказал то, что мы не платили налоги. Мы с тобой два дебила просто. Ну, значит, прощаемся. С квартирой. Очень просто так сказать. Прекрасно просто. Ну, давай, прощаемся тогда. Давай, пойдем. Все, до свидания. Удачи вам в жизни, да. Она вам пригодится. Давай, все. Ты смотри, они здесь уже все даже опечатали. Пацаны, выносите вещи и загружайте в КамАЗ. Жизнь нам испортили, сволочи такие, коррупционеры. Не надо никого бить, что же реально сейчас нас посадят. Давай, все, валим отсюда, Кать. Сволочи, засудим вас. Ну не засудим, не умеем судиться. Ну сволочи, жизнь испортили и вам испортят. Фу, просто. Я просто не понимаю, Катя, ты понимаешь, что мы сейчас реально на улице жить будем? Куда мы сейчас пойдем? Вот куда мы сейчас можем пойти?
давай пойдем на лавочке посидим, подумаем. Ладно, сейчас мусор хотя бы выброшу. Куда ты пойдешь? Иди сюда, Катя. Я к маме поехала обратно. В смысле к маме? А мне ты что предлагаешь, на улице оставаться бомжевать или что? А, блин, ты же А, да, еще я же есть, вот именно. Ай, ну ладно, ладно. Хорошо, буду с тобой пока что. Ладно. Шучу. Пока что ты со мной побудешь. Ты понимаешь, нам с тобой нужно тогда работу какую-то найти. Ну, или бомжами мы с тобой можем стать. Я вот тоже не знаю. Тут уже мы будем выбирать с тобой, что делать. Ты куда идешь? Да я не знаю, иду. Просто по городу погуляю, я не знаю, что делать сейчас. Но ты понимаешь, что нам нельзя здесь оставаться? Почему это нельзя нам здесь оставаться? Он сказал просто из квартиры выехать, он же не сказал сваливать с этого города. Ну и где ты сейчас предлагаешь поспать, например? Вот где ты будешь спать? Вот, мост есть, давай под мостом поспим. Вот здесь будем. Вот, здесь как раз-таки никого нет, вот здесь с тобой будем спать. Первые хотя бы пару дней до того, как работу найдем. Ты понимаешь, что здесь очень много полицейских, они следят за порядком, нам нельзя здесь спать, это же офигенный город, не то, Вы вот именно, что это офигенный город, слушай, так у нас реально сейчас даже денег не будет, чтобы жить в этом городе, а тут полицейские прям очень строгие, если они увидят каких-то бомжей, они сразу их в тюрягу, в обезьянник отправляют. Ты видишь, здесь ни одной мусоринки, ни одной вообще баночки валяющейся, ничего, здесь это чисто. Хорошо, и что ты предлагаешь тогда, что нам делать? Нам здесь жить не вариант, здесь очень дорого. И что, мне сейчас в Португалию отправиться? Да у меня даже денег нет, чтобы билеты себе купить. Они все счета мои в банковские заблокировали. Канал забрали. У меня ни карточек кредитных нет. Я бомж, у меня в кармане 0 рублей. У меня ничего в кармане даже нет. Так, куда мы с тобой отправимся? Успокойся. Нам нужно просто найти более дешевый город, где цены ниже. И, в принципе, можем устроиться куда-то. То есть, Я не знаю, посмотрим. То есть мы сейчас с тобой отправимся в какой-то другой город? Ну а что нам делать? Здесь нам не вариант оставаться, это точно. Мы здесь не сможем, нас здесь сразу либо в полицию заберут, либо я не знаю, что с нами сделают. Ну это логично. Ладно, а что здесь поблизости вообще есть? Какой город, я даже не знаю. Там есть какой-то город, он такой, вот недалеко вроде, ну, не знаю, на север куда-то надо идти. Ну, честно, не знаю, может, дня 3 пешком. Сколько? Ну а чё хочешь, это ближайший город от нас. 3 дня! Я не помню, как он называется, по-моему, жопосрубка, или ж... Жилесливка, я не помню, как называется город. Ладно, у нас даже бабок нет, чтобы на поезде поехать, там на маршрутке поехать, поэтому придется пешком идти. Пошли. Очень прекрасно. Ну мы дойдем, да, если, конечно, 3 дня сейчас в пути сможем пережить. У нас вообще ни жрачки нет, ничего нет. Если нас где-то там в лесу волки не сидят, тогда будет очень даже хорошо. Ты бы силы поэкономила, куда ты разбежалась? Помедленнее иди. Пошли давай. Спринтерша ты моя. Ой, до чего мы докатились? Вот. Хуже выживания бомжа какого-то в России. Лол. Фу, блин, я уже ног не чувствую просто. Я не знаю, мы шли, наверное, реально 3 дня. Я просто со счету сбилась уже, сколько там времени прошло. Так, а он где спит-то? Я что-то уже заблудилась немножко. Ты где? А... Слушай, ты вставай! Вставай, развалился! Просыпайся! Тут я, кажется, дом увидела. Мы рядом. Какой дом? Привет, Катя. Мы к жопосрубке, походу, приближаемся. Какой жопосрубки, жопа? Да я не помню, как называется. Жилесливка. Ой, господи, конечно, не три дня мы с тобой шли, а часов 15, что-то как-то слишком переборщило 3 дня эти, мы бы сдохли бы, если бы 3 дня шли. Ну да, 3 дня, дай мне подраматизировать немножко, чё ты уж. Пойдём. Мы посередине леса, здесь ни черта нет, там здесь дом. Одни... Я видела какой дом? Я последний дом... Иди сюда. Иди скорее сюда. Ну. Ля, реально дом, даже 2 дома, и там еще один дом спереди. Пошли быстро, ты не туда побежала, Кать, здесь же дорожка. Иди сюда. Где? Я потеряла тебя, где там, ты? Назад вернись. Кать, назад вернись. Я не вижу тебя. Вот я, вот, иди сюда, Дуримонда. Давай. Давай, иди сюда. Дорожка. По дорожке, давай, не заблудись там в кустах. Давай, пошли. О, жопосливка. Жопосливка, какая жопосрубка. Я вспомнила, жопосливка, это недалеко от этого самого Криночеева. Криночеев, слушай, я в вашей России не знаю, жопосливки всякие, Криночеева.
Господи, Кать, и ты хочешь, чтобы мы вот в этом реально Мухосранске жили? Да ты смотри на эти дома, я как будто вернулся в какие-то там 1960-е годы. Слушай, ну здесь нас ну, хотя да. бы, наверное, не ну. прикончат. Хотя это не точно. Хотя, мне кажется, криминала в этом городе просто как полицейских в нашем. Хоть жопой жуй. Жопой слив. Ладно, Кать, давай хотя бы здесь присядем. Мне кажется, что мы с тобой такой большой путь проделали в этой серии, поэтому... Добро пожаловать в нашу новую рубрику, Игры колотить! Мы даже еще третий сезон... Как мне сесть? Подожди. Берёшь... Ноги под себя подгибаешь? Ноги. Ноги нужно... Вот. Досядь. Да не-не-не, куда-то назад пошла. Ноги нужно. Буквой X. X, буква X или буквой Z. Нажимай буквой X или буквой Z, ноги под себя нужно поставить, тогда ты сможешь сесть. Ой, я очень сильно увеличиваю что-то, как уменьшить? Забей. Наша новая рубрика, как не смешно, вообще не смешно. Мы не успели закончить третий сезон Нубика, как приключения сами нашли и мою задницу, и задницу Кати. Поддержи Катю, поддержи меня, поставь, пожалуйста, лайк. Набираем 20 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия. Да-да-да, еще чтобы нас поддержать, подпишись на канал, пожалуйста, чтобы не пропускать это вот это вот все, да, что вот, я не умею делать. Вот когда новая серия выйдет, чтобы ее не пропустить. Всем спасибо за испорченную жизнь, и вот эти судебные хренистовы. Всем удачи и всем аривидерчи, my friend. Как сесть-то, блин, здесь в этой жизни? И букву X нажми, X букву Да нажми. Нажимаю, не нажимается ничего. А букву Z попробуй нажать. Ничего не получается, я не умею играть! Все, пока. Это мы уже давно выяснили, да.